13 лесных пожаров действуют в Югре. По данным Департамента недропользования и природных ресурсов округа, распространение 10 очагов удалось остановить. Сегодня в Югре прогнозируется с 1 по 3 классы пожарной опасности. Напомню, на территории региона действует особый противопожарный режим. В частности, югорчанам запрещено сжигать мусор и ходить в лес. Сотрудники региональных управлений по делам ГО и ЧС, полицейские, добровольная пожарная охрана и волонтеры регулярно патрулируют местность.